Всем, всем, всем доброго времени суток. Сегодня на просторах интернета, а именно в одной из групп ВКонтакте, которая называется «Математика в вопросах», где 16 тысяч подписчиков, группу больше года никто не ведет, это не реклама группа, просто я хотел показать вам одну задачу, которая гласит так: гипотенуза прямоугольного треугольника равна 10 сантиметрам, а высота, опущенная на нее, равна 2 сантиметра, чему равна площадь треугольника. И данный вариант ответов. И этот опрос как бы пользователи проходят, а варианты ответов там 100, 200, 50, еще что-то, какие-то числа. И любой ученик или взрослый, зная, что площадь треугольника вычисляется по формуле высота, опущенная на основании, то есть он умножает 20 на 10, 9 пополам, получает 100 и нажимает как бы правильный ответ. Но если задуматься, как бы у нас такого треугольника не существует, значит задача составлена неправильно. А теперь я вам докажу, что такого треугольника не существует знаниями семиклассника. Нарисуем прямоугольный треугольник. Отпустим высоту. Высота отпускается у нас под прямым углом. И у нас известно, что высота у нас 20. Высота 20. А гипотенуза 10. Ну, напишем 10, высота 20, прямой угол. И здесь прямой угол. В 7 классе есть очень интересная теорема, которая гласит: напротив большого угла лежит большая сторона. А в прямоугольном треугольнике гипотенуза – самая большая сторона. Но высота отпущенная отпускается у нас под прямым углом, и у нас образуется два треугольника. Углубляться дальше не будем. Два прямоугольных треугольника, но они подобны между собой и подобны искомому треугольнику ABC. И здесь поставим H. В данном треугольнике, если рассмотреть AHC, если мы будем рассматривать AHC, треугольник AHC, то угол H у нас получается здесь прямой. Угол AHC, он прямой. Значит, напротив него лежит большая сторона. Но у нас AH, если по условию 20, значит у нас AC является гипотенузой в данном треугольнике, значит, она больше 20. То есть, получается у нас АС больше 20. И мы приходим к тому, что с одной стороны АС является катетом, то есть одной из сторон треугольника АБС. АБС самая большая сторона. И мы приходим к противоречию. Значит, у нас такого треугольника не существует. Понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забываем нажать на колокольчик, и до новых встреч!